3 декабря Россия вспоминает подвиги неизвестного солдата. Эта памятная дата посвящена всем погибшим и пропавшим без вести защитникам Отечества. До сих пор в местах сражений, в том числе и на Смоленщине, находят солдатские могилы. Некоторые красноармейцы обрели свой покой на кургане славы. Здесь же состоялось возложение цветов ко дню неизвестного солдата. К вечному огню были возложены цветы и венки главой Десногорска Андреем Шубиным, сотрудниками городской администрации, предприятий, представителями региональной власти. Дань памяти воинам отдали и молодежь Десногорска, представители волонтерского движения. Торжественная церемония была завершена минутой молчания. Для всех жителей нашего города это место, оно не просто святое, потому что здесь захоронены и погибшие воины. И мы должны помнить, чтить, ну и, соответственно, передавать молодому поколению то, что было сделано нашими дедами и прадедами. Курган славы в Десногорске по-прежнему остается знаковым монументом в память о героях Великой Отечественной войны. Последнее время мемориальный комплекс переживает значительное обновление. Частью масштабной реставрации стал музей под открытым небом, а также вечный огонь. Куратором мемориального комплекса является депутат Смоленской областной думы, житель Десногорска Михаил Лосенко.